Всем привет! Для начала я хочу немножко прокомментировать следующее видео. Вот здесь карта Болотовского леса, парка. Значит, его часть, в которой находятся два пруда. Вот, ну, примерно центральная часть. Сейчас я уменьшу. Покажу, где это находится. Вот эта дорожка, длинная, она идет от Паркового, от улицы Космодемьянской и по направлению к Балатово, к шоссе космонавтов. Вот, и здесь, в этом месте, как раз находится пруд, вот про который я как раз снимал видео данное. Вот, ну и рядом еще один пруд, они с ним соединяются ручьем. Ну, про этот ручей, про этот пруд, про второй в другом видео расскажу. Вот, а в данном я хотел найти исток вот этого конкретного пруда. То есть, вот на карте, в Яндексе и в других картах, там, в OpenStreetMap, тут вообще ничего не показано. В OpenStreetMap тут вообще не было этих прудов. Вот, я тут начал недавно на них наносить только, вот они еще тут не до конца, не во всех слоях появились. Вот, в Яндексе они были, но никаких не было истоков, ручьев, то есть я хотел понять, начинается ли пруд здесь, или какой-то есть еще исток, ручей. Поэтому я хотел обойти где-нибудь с какой-нибудь стороны. Сначала с южной стороны прошел, пытался обойти. С северной потом попытался обойти. Вот, ну и, соответственно, можете видеть, посмотреть, что из этого получилось. Я сейчас нахожусь в Болотовском парке. Вот тут пруд, который уже был на одном из моих видео. Вот, ну, я вот по этой тропинке, по этой дорожке ходил, проходил вот оттуда, там Подлесная, Зоя Космодемьянской, Парковой, и туда, там, значит, Балатова и шоссе космонавтов, Леонова, дворец спорта Сухарева. Вот, а сейчас я хочу вот специально, целенаправленно пришел, чтобы снимать этот пруд и ручей, обойти, если получится, этот пруд, и пройти вдоль того ручья. Уточки здесь плавают тоже, хоть не так много, как в золотых песках, тоже есть.
с этой стороны, похоже, нету такого прохода поблизости. Видимо, все заросло травой, кустами, деревьями. Так, вот. Нет, тут все не пройти с этой стороны. Точно. Тут все уже там тут. Растительность. Болотная. Вот. Так, ладно, обратно. Идем.
тоже в почве вода стоит, вот в этом месте, прямо на берегу стою. Вот там, если видно, дальше тоже вот этот пруд дойдет дальше. Далеко-далеко. А тут видно, вот здесь вот подтопленная местность. Я буду здесь какой-то есть участок протоптанный, довольно заметный. Что-то где-то получится подальше зайти.
Ладно, дальше я пойду. Ну, в общем, где-то вот здесь пруд заканчивается. То есть, видимо, тропинка это идет вдоль пруда с другой стороны. Там вот дальше вот это вот все заболоченное место. Там где-то можно дальше обойти кругом, но далеко идти. Там уже пруд закончится. Это закончится. Смысла не вижу. Дайте. Сейчас пойду обратно и пойду дальше вдоль ручья. Для меня более интересно, чем ходить по болотам вокруг прудов, вокруг болот. Вот здесь как раз вода вытекает через трубу под дорожкой дальше вот туда.